Стоматологи городской поликлиники в преддверии Международного дня защиты детей решили организовать праздничные вечера для детворы и их родителей во дворах ТОС Ахазовский, Гузовский, Северо-Западный, Московского района города Чебоксары. До начала концерта сотрудники поликлиники и волонтеры, это студенты-стоматологи медфака ЧГУ, обучали детей правильным приемам ухода за полостью рта. Перед выступлением молодых дарований собравшихся жителей приветствовал главный врач городской стоматологической поликлиники, депутат Чебоксарского городского собрания депутатов Владимир Николаевич Викторов. Во-первых, надо сказать, что мы очень рады, что у городских стоматологов появился еще один проект «Стоматологи во дворах». И основное направление здравоохранения – это профилактика. И мы хотим здесь как раз совместно с жителями это направление профилактики развить, чтобы было доверие пациентов к докторам. И мы сегодня четко должны понимать, что, во-первых, надо любить себя и заниматься своим здоровьем. Вот это мы хотим сделать именно в городе Чебоксары, для того, чтобы у жителей города Чебоксары, у наших маленьких детей были самые крепкие, самые чистые, самые яркие, красивые зубы.